7 сентября в Одинцовском округе идет прививочная кампания. В 2020 году в муниципалитете привьют в общей сложности более 206 тысяч человек. Для вакцинации применяются современные медицинские препараты «Флюэм», «Грипол плюс» и «Савигрип». Риск заболеть они снижают почти на 90%, а при развитии заболевания помогут избежать возможных осложнений. Пройти вакцинацию еще не поздно, считают специалисты. На формирование иммунитета нужно 2-3 недели. Главное условие – отсутствие прямого контакта с больным.